Ну и о веерных отключениях сегодня. Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области. Насколько там светло, темно, узнаем у моих коллег. Начнем с Николаева. Там находится Кирилл Ющишин, он с нами на связи. Кирилл, что у вас в области происходит? Расскажи. Наталья, этим утром мы поехали в поселок Домнёвка. Он находится в 30-километровой зоне от Южноукраинской атомной станции. На акцию протеста здесь собрались жители нескольких окрестных сел. Причина – света в их домах нету по 8 часов кряду. И так уже последние несколько недель. Под реактором жить и не пользоваться немає. Чого ми це пользуємося? Ми від атому напряму 15 кілометрів. Ми дихаємо тим і все. І ще нас треба якого-то кнопку гробити до цього. Кроме того, жалуются местные. Вот уже 2 месяца, как энергетики начали устанавливать новые счетчики. Они автоматически отрезают электроснабжение, если в доме одновременно включить приборы с общим потреблением более 2 кВт. Прийти з роботи не можна. Ні помитися, ні побритися, взагалі нічого. Я включив лампочку. Заводу чайника. 800. Тут 80. Опа, все. Энергетики говорят, люди сами виноваты. Нужно было смотреть, что подписывали. Именно в новых договорах с облэнерго указана мощность на один дом. 2 кВт. Якщо буде кожний включати понад дозволену потужність, самі підстанції вони просто будуть виходити з ладу. Впрочем, потребляемую мощность на один дом все же можно увеличить. Для этого необходимо перезаключить договор с облэнерго и перепрограммировать чудо-счетчик. Цена вопроса, установленная энергетиками, 900 гривен за каждый добавленный киловатт. Люди платить не готовы и обещают энергетикам более радикальные акции. Перекрытие дорог. Железні дороги, блокировки працівників Южноукраїнської атомної. Ну, коротше, радикальні дії будемо бути, тому що виходу нема. Світ відключають по всій області, да і в самому Ніколаєві. Графік відключення є на сайті обленерго, але він составлений так, що звичайному обивателю там вряд ли розібратися. І опублікували його тільки в інтернеті, а значить пенсіонери, які не користуються комп'ютером, так і залишаться темними. Наталія? Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин из Николаева.